Светлана, здравствуйте, меня зовут Катя Малкова, мы с вами общались ВКонтакте, удобно разговаривать? Свет, скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь, какой у вас род деятельности? Ясненько, вы в декрете или просто домохозяйка? Понятно, а сколько ребеночку? Ой, маленький совсем, ну поздравляю вас с рождением, здоровья самое главное крепкого. А вы до декрета работали? Ясно. Хорошо. Давайте я вам тогда расскажу, чем мы занимаемся, а вы тогда примите решение. Я сама в компании год, и наша компания развивает сеть интернет-магазинов. Вы с понятием интернет-магазина знакомы? Ну вот данное направление сейчас очень активно развивается, в первую очередь потому, что люди экономят не только деньги, но и время. Конечно, ассортимент более интересен, чем в розничном магазине, и цены более привлекательные. В нашем интернет-магазине представлена продукция повседневного спроса, то есть это средства личной гигиены, товары для дома, аксессуары. Это та продукция, которой каждый человек пользуется ежедневно, и она не нуждается в продажах. Ну, независимо, конечно, от ситуации в стране, все люди мылись, моются и будут мыться, я думаю, вы согласитесь. А задача менеджера, который нам нужен, это создавать поток людей в интернет-магазин путем размещения информации в интернете, чтобы они не ходили за тем или иным продуктом, например, там Рубльбум, Магнит Косметикс, а именно приобретали его в интернет-магазине. А таким образом, задача состоит не в продажах, а в привлечении конечных покупателей. А тем людям, которые заинтересовались, мы оформляем на сайте дисконт, помогаем оформить первый заказ, выбрать доставку. После они уже самостоятельно все это могут делать, и люди приходят снова, потому что есть различные акции, бонусы, также вот дисконт, выгодные предложения. А также еще менеджер обучает новых сотрудников. Кто-то приходит к нам пользоваться дисконтом, а кто-то зарабатывать. Как это делать, мы всему обучаем. Обучение у нас бесплатно, никаких рисков, вложений нет. Но так как работа предполагает удаленный характер, то есть, соответственно, обучение тоже удаленное. А вы знакомы, Свет, с системой вебинаров, что это такое? Ну, я в двух словах вам скажу. То есть это когда вы переходите по ссылке в виртуальную комнату. В этой комнате находится спикер, находятся посетители, плюс там есть чат, где вы можете задавать вопросы. Это, скажем так, виртуальное выступление, аналог семинара, только в комнате. Люди общаются, таким образом мы обучаемся, то есть получаем информацию от спикера, проходим обучение, то есть смотрим ту информацию, которую нам необходима. Очень удобно, потому что вот я в свое время, когда пришла, у меня дочке было 7 месяцев. И, ну, как бы я искала ту работу, когда, ну, не нужно где-то бегать, у меня не было возможности с кем-то ее оставлять. Поэтому это обучение очень удобно. Скажите, вы бы хотели себя попробовать в данном направлении? Все, давайте я вам... Ага, говорите. Это средства личной гигиены, то есть те товары, которые непосредственно как бы сами себя продают. Мы продажами их напрямую не занимаемся, потому что люди постоянно моются, мылись и будут мыться. Ну, что касается компании, я уверена, что вы с ней знакомы. Это шведская компания Reflame. Был опыт какое-то взаимодействие? Ну вот смотрите, у вас лично ассоциируется с тем, что я сейчас рассказала, интернет-магазин, что мы не бегаем с сумками, не занимаемся закупками, мы только работаем в интернете. У вас каким-то образом ассоциируется это с Арифлейм? Да, мы этим не занимаемся. То есть, смотрите, вот опять же себе скажу, да, я пришла, дочери было 7 месяцев, и у меня не было возможности бегать, не было там стоять возможности с этими промостойками. И когда вот мне предложили такого рода работу, я, конечно же, согласилась. Но потом я очень удивилась, что это вообще как бы непосредственно одна из компаний, такая как, например, Oriflame, да. То есть для меня это было только каталоги, только беготня, только промостойки и так далее. Поэтому для меня это было как бы отличный вариант. Почему вот эта компания? Ну, во-первых, наши непосредственно лидеры с ней уже 15 лет сотрудничают стабильно, имеют очень хороший доход, тот, который для нас кажется нереальным, но они получают каждый месяц 400 тысяч. И при этом компания просто за счет того, что она постоянно пользуется очень хорошим спросом, очень хорошо как бы с ней комфортно работать в этом плане.
Доход у нас зависит от товарооборота. В среднем 10%. Вот, например, у меня в интернет-магазине сейчас товарооборот 300 тысяч рублей. То есть мой доход за 3 недели это 30 тысяч рублей. А скажите, вот вас лично такой бы дополнительный доход устроил? Да, я согласна. Я, конечно же, когда пришла, я не верила то, что можно тут каким-то образом заработать, но я убедилась. Я просто взяла и разобралась, как это работает, и сейчас я зарабатываю эти деньги. Он у вас будет все равно постоянно расти, свет, потому что люди все равно приходят, они будут приходить также в ваш интернет-магазин, будут приобретать товары, потому что это выгодно все равно. У меня сейчас выгода составляет 60%. Конечно же, вы, я думаю, согласитесь, что зачем мне идти, например, в рубль-бум, если я все это, то, что мне необходимо, я могу приобрести у себя в интернет-магазине, при этом имея дисконт 60%. Ни один магазин мне не даст такой скидки. То есть я еще плюс ко всему, помимо того, что я пришла сюда зарабатывать, я плюс ко всему еще и экономлю. Очень хорошо экономлю. Поэтому это как дополнительное такое вот преимущество, которое мы имеем, работая еще с данной компанией. Поэтому я вам предлагаю собраться, попробовать. Скажите, у вас как ребеночек вообще даст там хотя бы часика два работать в день? Ну, для начала. Ну хорошо, ну просто я спрашиваю, у меня, например, дочь, мы начинаем, наверное, с 2 недель и до 5 месяцев, а я ничего делать не могла, у нас были бешеные колики, поэтому все хорошо, просто я и спрашиваю, детки есть разные. Хорошо, я вам сейчас, Свет, добавлю с личной странички к вам на страничку. Вы в каком районе города проживаете? Угу, я в центральном проживаю. Ну, все равно в одном городе, здорово. Будем видеться. Я все равно в автозаводской мотаюсь, тоже там партнеры есть. Я вам сейчас добавлю с личной странички, скину вам анкетку на заполнение. Вы ее заполните, я ее обработаю на сайте. К вам придет 2 смски, Свет. Первая это с номером консультанта, вторая с активационным кодом. Он вам понадобится, я его введу сразу у вас в личном кабинете, чтобы его компания активировала. И все, в дальнейшем мы с вами начинаем обучаться. Скажите, пожалуйста, у вас WhatsApp, Skype есть? Хорошо, тогда ну, формочки заполните, я вас тогда в Skype с вами спишемся, и, соответственно, уже тогда начнем обучение. В социальных сетях не проводим, Свет, потому что там очень сильно блокируют за обучающие ссылочки. А у нас постоянно они есть, потому что это и вебинарные комнаты ссылочки, это и так вот ссылочки на YouTube. Алло, да, Свет. Я заметила часто, вот с мегафоном разговариваю, и у мегафона связь пропадает. Мне вот опера... ясненько, то женщина, оставайтесь на линии. Вот, и тогда, в общем, все пошагово, чтобы сейчас не запутались, я вам пошагово все буду давать. Сопровождаю я вас, то есть, постоянно, любой чих, все я вам, ну, спрашиваете, не понимаете, все говорю, то есть, мы постепенно сами обучаемся, и, соответственно, уже, как бы, вы будете скоро самостоятельно вести уже свой интернет-магазин. Хорошо? Угу, все, Свет, тогда сейчас вам добавлюсь и скину ссылочку. Всего доброго.